Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Не смотри наверх. Как солнечное затмение выглядит в телескопе? С едва скрываемым оптимизмом. На правительстве окончательно разобрались с выплатами мобилизованным и наметили точки роста региональной экономики. Сюрпризы в ночь музеев. В чем отличие персонариума от немых свидетелей? Сегодня вся европейская часть нашей страны наблюдала довольно редкое явление – коридор затмения. Это период между двумя затмениями с разницей в несколько дней. Осенний коридор этого года начался сегодня и завершится 8 ноября. Марина Романюк взглянула на солнце по всем правилам. В обсерватории Рязанского государственного университета сегодня живо. Ажиотаж связан с желанием понаблюдать частичное солнечное затмение под комментарии ученых. Уникальность события в том, что оно происходит не каждый день. А если брать всю Землю, то до 7 раз в год в разных областях Земли Луна закрывает Солнце в своем движении по орбите. И на Земле образуется такая полоска тени, который движется. Те, кто внутри этой тени, наблюдают полное солнечное затмение. Кто не внутри, частичное, как вот мы сейчас. Чтобы большее количество человек увидело картину прикрытого диска Солнца, в РГУ оборудовали пару специальных приборов, проецирующих происходящее на небе на экран. Мы сейчас с помощью теодолита пытаемся получить проекционное изображение Солнца на экране, чтобы можно было посмотреть большему количеству людей, потому что, но, к сожалению, тучки нам этого не позволяют. Сейчас переменная облачность. В общем и целом, сейчас, конечно, можно даже невооруженным глазом будет видеть серп, когда будет заходить хорошо в тучку. В Рязани пик затмения состоялся в 13:45. Луна закрыла солнце на 64%. К слову, это можно было видеть невооруженным глазом. Небольшая облачность даже способствовала этому. А с помощью специальных зеркал с большим увеличением можно было рассмотреть даже пятна на солнце, одно из которых, впрочем, быстро скрыла луна. Здесь получается увеличение больше 100, и за счет этого часть изображения на экране, а часть за экраном. То есть мы детали можем рассмотреть. Понимаете, в чем дело? А вот астрологи, в отличие от астрономов, затмениям придают гораздо больше значения. Затмения всегда показывают области, в которых стоит ждать перемен. Изменения точно будут сопряжены с трудностями, но преодолеть их необходимо. Частичное солнечное затмение, которое будет видно на территории нашей страны, и в силу этого это затмение для нас имеет очень большое, на нашу страну будет иметь большое влияние. Оно как бы последнее в серии затмений по оси Скорпион-Телец. Нельзя сказать, что оно такое прям имеет какую-то разрушительную силу, какой-то мощный статус. Сейчас опять закладывается цикл на несколько лет, потому что солнечные затмения имеют действие от года до 3 лет. И это затмение может иметь большую продолжительность, потому что вообще цикл затмения до 18 лет. Это время позволяет нам расчистить психологические завалы, которые мешают реагировать на вызовы жизни адекватно и эффективно. Знак Скорпиона, в котором произойдет затмение Солнца, символизирует исследование потаенных обстоятельств, темных сторон жизни, ее изнанки, экстремальных ситуаций и узловых проблем. А так как можно спокойнее прожить, выкинуть все ненужное из жизни, в том числе и те связи, и люди, которые как бы нас не пускают вперед, потому что Солнце будет в тесном аспекте с Венерой, то есть межличностные отношения, партнерские отношения, они будут очень серьезно как раз в момент вот этого коридора затмений. Нельзя сказать, что под ударом, но, скажем так, они высвечиваются. И все несовершенство этих отношений мы внезапно увидим. Поэтому вот на эти вещи стоит обратить как можно больше внимания. Но всегда стоит помнить, что увидев несовершенство, как бы рубить-то не обязательно. А можно, опять же, понять, что чуть-чуть работы над собой, и все несовершенное может стать гораздо более привлекательным и интересным. Тем не менее, на этой поворотной точке все самые запутанные противоречия, самые темные, тяжелые содержания коллективных и персональных внутренних хранилищ, самые искаженные мотивы и стремления вскрываются и проявляются с максимальной силой и энергией прежде, чем будут повержены, расчищены, разрушены и трансформированы. Но преодоление этого периода всегда шаг вперед. Самое время изучить что-то новое, загрузить мозг знаниями, позаботиться о собственных душе и теле.
С декабря этого года в Рязанской области вырастет плата за коммунальные услуги. Это следует из проекта постановления губернатора, который опубликовали на сайте регионального правительства. Итак, с 1 по 31 декабря этого года предельный индекс роста платы во всех муниципальных образованиях региона установлен в размере 9%. Платы за электричество, отопление, горячую холодную воду и водоотведение увеличатся на 9%, вывоз ТКО на 11%, а газоснабжение на 8,5%. Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность. В нем отмечается, что рост тарифов на 9% ожидается по всей стране. Поддержка семей мобилизованных – наша первостепенная задача. На базе общественной приемной «Единой России» уже создан единый центр помощи, заявил сегодня на правительстве Павел Малков. По словам губернатора, работает горячая линия, а в штабе саккумулировали все волонтерские организации. Подробности далее. Семьи мобилизованных прямо сейчас безусловный приоритет. Штаб на базе общественной приемной единороссов работает в первую очередь для них. Об этом говорил Павел Малков. Именно там можно получить сегодня психологическую, юридическую и даже гуманитарную помощь. С финансовой, те самые 100 тысяч, власти тоже определились. Принят уже и порядок выплат, он максимально упрощен. Людям ничего оформлять не надо, никаких заявлений. Списки просто представляет военный комиссариат. Ну и со вчерашнего дня уже мы эту систему запустили, начали перечислять деньги на счета. Проверка исполнения поручений и ответы на вопросы рязанцев Павел Малков начинает с Ряжского района. Там жалуются на загрязнение реки Хупта, но комплексное обследование это не подтверждает. Местным властям надо просто лучше поработать. В Рязани жители Сережиной горы сетуют на отсутствие пешеходных дорожек. И они там появятся. Павел Викторович, известная проблема Дашкова песочня. Проект разработали. Будет объявлен отбор муниципальных образований. Мы подадим заявку на участие в реконструкции этого участка дороги. Планируем участвовать. Хорошо. Когда проблема может быть решена? В течение 4 месяцев с момента заключения контракта. Когда может быть заключен контракт? То есть у нас проект есть, правильно? Проект есть. Наша задача – выиграть отбор. Выигрываете. Дальше наступил черед масштабных докладов. Минэкономразвитие Рязанской области представило социально-экономический прогноз в регионе на ближайшие годы. И цифры получились довольно оптимистичными. Промышленное производство, а это треть ВВП, вернее ВРП региона в ближайшие годы будет прибавлять. Небольшой спад в энергетике компенсируют фармацевтика и оборонка. Ну и, конечно, главный мотор рязанской экономики – сельское хозяйство. В сельском хозяйстве, по данным профильного министерства, несмотря на высокую оценку прироста производства в текущем году, почти 15%, ожидается дальнейшее наращивание выпуска продукции. В 2023-2025 годах прирост составит в среднем 3,1%, что превышает среднероссийские значения. К концу прогнозного периода производство продукции растениеводства вырастет относительно 2021 года почти на 32%. Планируется увеличение производства зерновых, масличных культур, сахарной свеклы, картофеля. К экспорту в прогнозе особое отношение. К 2025 году экономисты рассчитывают нарастить его до 934 миллионов долларов США. Экономика адаптируется к шокам, резюмировал доклад Павел Малков. Вот только весь прогноз держится на скорости реакции регионального Кабмина. И вот в этом надо будет прибавлять. Сегодня сотрудники Рязанского нефтезавода вышли на традиционную уборку улицы Весенней. Таким образом, нефтяники помогают городу подготовиться к зиме. На улице Весенней осенняя чистка. Работают нефтяники в рамках месячника подготовки к зиме. Прямо сейчас они убирают с пешеходных дорожек опавшую листву, мусор, чистят бордюры и моют автодорогу. На радость местным жителям. Я бы сказал, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания – это социально ориентированное предприятие, которое оказывает префектуре железнодорожного района большую помощь в благоустройстве. Многие из вас знают нашу Новопавловскую рощу, которая усилиями нефтеперерабатывающей компании, администрации города и префектуры приведена в надлежащее состояние. Стала таким оазисом благоустройства, где рязанцы отдыхают. И если вспомнить совсем недавние такие социальные дела, 2 недели назад на территории школы номер 37 было спилено около 10 аварийных деревьев. Облагораживать улицу Весеннюю вышла команда из 20 сотрудников нефтезавода, усиленная 5 единицами заводской специалисты. Техники. Трактором-щеткой, поливочно-моечной машиной, погрузчиками и самосвалом. Протяженность участка почти километр. Впрочем, эту улицу нефтяники убирают уже не первый год, по уже сложившейся доброй традиции. Завод всегда активно откликается на просьбы города по участию в благоустройстве и санитарной очистке Рязани. Тем
самым подтверждая социальную ответственность бизнеса перед обществом. В настоящем году мы уже неоднократно участвовали в таких акциях. В акциях по уборке улиц города, по покосу травы, по посадке новых деревьев, обрезке старых. И выделяли технику по запросу. Считаем, что навести порядок в нашем городе – это хороший тон для каждого, кто любит свой город и кто относится к нему со всей душой. Ежедневно на городскую свалку вывозят до 20 тонн мусора. При этом минимизация воздействия на окружающую среду – приоритетное направление в работе РНПК. Именно поэтому завод участвует, а чаще инициирует всевозможные экологические проекты. Ежегодная акция «Ночь искусств» в музее уже в ближайшие выходные, а в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике тем временем анонсируют интересные мероприятия, которые точно не захочет пропустить ни один заинтересованный историей города. Наша съемочная группа расскажет, в чем тут суть. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник уже в 10-й раз присоединится к акции, приуроченной к Дню народного единства. В этот раз акция пройдет под девизом «Искусство объединяет». Наверное, нет уже человека в России, кто бы не знал, что такое «Ночь искусств». Это действительно самые интересные программы, выставки, концерты, встречи. И в учреждениях культуры будут ждать и рязанцев, и гостей нашего города, нашего региона на акции и мероприятия этого большого проекта. Впервые в Рязани музей вводит систему абонементов. Абонементы будут двух видов – немые свидетели и персонариум. В рамках каждого из них можно посетить целый набор мероприятий. От постоянных экспозиций музея до лекций на исторические темы, расписание которых указано в программе на сайте Кремля. Кроме экспозиции и выставок, рязанцев ждет еще и подарок. Это уникальное, на мой взгляд, народное дефиле исторического костюма, реконструкции исторического костюма, в котором мы предлагаем принять участие всем. К программе абонементов относятся и концерты народных коллективов, которые знакомят посетителей не просто с традициями, но конкретно с традиционным костюмом, песней, а также ритуалами народов земли Рязанской, разных ее районов. Наше главное кредо – это сохранение творческого традиционного искусства, сохранение фольклора, музыкального фольклора Рязанской губернии, Рязанского края. И конкретно мы говорим уже, углубляемся в творчество разных районов области. Сама «Ночь искусства» в музее пройдет 4 ноября с 18 до 22 часов. Все экспозиции открыты для бесплатного посещения, а также для посетителей презентуют абонементы. Здесь же их можно будет приобрести. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Совсем уж безрадостной получилась выездная серия для футболистов Рязани. Два поражения с общим счетом 0-4, целый ворох желтых карточек и довольно блеклая игра. Тренерскому штабу, похоже, надо крепко призадуматься. Уже после первого матча в Туле, где рязанцы нахватали желтых карточек, да и к тому же получили удаление Дмитрия Доронина, было ясно, что подопечным Дмитрия Сережкина будет туго. Второй команде «Арсенала» горожане уступили 0-1, и во втором матче серии на их стороне была только статистика. Дома с «Авангардом» Рязань разошлась миром. Но с того момента куряне набрали крейсерский ход и сейчас расположились вверху турнирной таблицы. Ну, я не знаю, что происходит. Мы третью игру играем, у нас достаточно моментов для того, чтобы забивать голы. То штанги, перекладины, то вратари. Тоже какой-то не фар здесь у нас. Вот и в отчетном матче рязанцам снова не повезло. И вроде бы моменты они создавали, но точностью не отличались. А вот хозяева упорно ждали своего часа. Вначале они бахнули в перекладину, а затем Игнатенко на скорости прорвался по флангу, прострелил, и Мулину оставалось лишь подставить ногу 1-0. С командой с Рязани очень хорошая команда. Очень хорошая команда, играющая. Наверное, первый тайм мы полностью переиграли. Второй тайм была немножко задача, конечно, забить желательно второй мяч и уже по счету играть, потому что в давлении играть, я говорю, с нашей небольшой обоймой все время 90 минут, мы пока не можем себе такую роскошь.
Задачу на второй тайм хозяева выполнили уже в самом его начале. Длинную передачу Игнатенко с фланга замкнул Тарасов, а на 76-й минуте тот же Игнатенко оформил ассистентский хет-трик. В итоге 3-0. Крупная победа «Авангарда». Заветную шестерку в турнирной таблице после этого матча рязанцы покинули. 3-0! Ну какой гений! На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.egorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! We'll be right back.